Участники конкурса профессионального мастерства «Лучший работник ЖКХ Ростова» – это работники управляющих компаний, ТСЖ, жилищно-строительных кооперативов. Анастасия Золотухина – руководитель одной из управляющих компаний. И в этом конкурсе у нее второе призовое место в номинации «Лучший руководитель управляющей организации». Эта номинация в конкурсе впервые. Участники должны были презентовать обслуживание нового и старого домов. Как-то вот попала в ЖКХ и никак оттуда не выйду. Это очень сложно, это нет выходных, нет праздников. Даже вот наши новогодние праздники, утро 1 января началось с того, что у нас подтекла горячая вода в одном из домов. Поэтому да, это сложно, ответственно, но очень приятно, когда люди благодарят нас за наш труд. Сначала был районный этап, потом финальный городской. Лучший сварщик и электромонтер, штукатур и сантехник, кровельщик, дворник и мастер благоустройства озеленения. В конкурсе 8 номинаций. В каждое 3 призовых места победители определяли по оценкам за выполнение конкурсных заданий. Комиссия у нас была независимая, состояла из представителей правительства области, администрации города, ведущих вузов нашего города и, конечно же, общественности. Данные конкурсы обязательно в безусловном формате показывают опыт, компетентность, знания участников. Также привлекают именно внимание к работе работникам именно жилищно-коммунальной сферы, поскольку работа трудная, но очень плодотворная и на благо нашего города, на благо жителей нашего города. Призеры конкурса в каждой номинации получили дипломы и денежные поощрения по 15, 10 и 5 тысяч рублей за первые 3 места. Дарья Гаркова, Андрей Токарев, Первый Ростовский.